Игра номер один на 10 тысяч рублей. Невидимая цель. Перед вами в центре куба расположена преграда в виде стены. Вам необходимо взять мяч в виде небольшого куба и бросить его так, чтобы он перелетел стену и попал в контейнер, расположенный за ним. Если во время полета мяч коснется любых стен куба, вы потеряете одну жизнь. Удачи! Осталось 8 жизней. Осталось 7 жизней. Осталось 6 жизней. Выиграли 10 тысяч рублей. Игра номер два на 50 тысяч рублей. Количество. На полу куба вокруг вас появится некоторое количество красных квадратов. Вам необходимо за 13 секунд сосчитать все показанные квадраты и сообщить это количество кубу. Если вы не успеете сосчитать или ошибетесь, то потеряете одну жизнь. Удачи! Осталось 5 жизней. Осталось 4 жизни. Thank you.
выиграли 50 тысяч рублей. Игра номер 3. На 100 тысяч рублей. Сортировка. На специальном постаменте в центре куба расположены в случайном порядке 32 красных и 32 белых шарика. Как только пол куба моргнет определенным цветом, вам нужно будет быстро сбить все шарики этого цвета. На это у вас будет всего 14 секунд. Удачи! Пять, четыре, три, два, один. Осталось 3 жизни. Пять, четыре. Осталось 2 жизни. Осталась 1 жизнь. Упрощение. Время игры увеличивается на 2 секунды. Пять, четыре, три, два. Вы выиграли 100 тысяч рублей. Игра номер 4. На 250 тысяч рублей. Диаграмма. При нажатии на кнопку начнет движение красная полоска, которую вы должны остановить в специальной зоне повторным нажатием на кнопку. Если вы сделали это успешно, начнет двигаться следующая полоска. Вам нужно аналогично остановить оставшиеся 4 полоски. Успехов! Участник потерпел поражение.
Игра номер один на 10 тысяч рублей. Размер. На полу на 3 секунды будет показан контур синего квадрата, а затем начнет уменьшаться красный квадрат. Вам нужно остановить его нажатием на кнопку, когда он станет такого же размера, как и синий. Допустимая погрешность – толщина синего квадрата. Успехов! Выиграли 10 тысяч рублей. Игра номер два на 50 тысяч рублей. Падение. В противоположном углу куба на некоторой высоте закреплен мячик, а под ним вращается платформа со стеклянным стаканом. Вам нужно нажать на кнопку так, чтобы мячик после своего падения попал в этот стакан. Если вы промахнетесь, то потеряете одну жизнь. Удачи! Вы выиграли 50 тысяч рублей. Игра номер три на 100 тысяч рублей. Извлечение. Перед вами расположен прямоугольный постамент с 25 красными пластинами. Нажатием на красную кнопку вы запустите таймер, после чего вам нужно максимально быстро вытащить все пластины и остановить таймер нажатием на финальную кнопку. У вас есть всего 8 секунд на выполнение этого задания. Удачи! Пять, четыре, три, два, один.
осталось 8 жизней. Пять, четыре, три, два. Вы выиграли 100 000 рублей. Игра номер 4. На 250 000 рублей. Реакция. Перед вами расположена стойка с кнопкой. Через некоторое время, когда пол куба окрасится в красный цвет, вы должны максимально быстро нажать на кнопку. Если вы не уложитесь в 275 000 секунды, то потеряете одну жизнь. Удачи! Выиграли 250 000 рублей. Игра номер 5. На 500 000 рублей. Равенство. Пол куба разделен на две половины красной линии. Слева и справа от этой линии будет появляться некоторое количество квадратов. Вам нужно нажать на кнопку, когда количество квадратов будет одинаково с обоих сторон. Ошибка лишит вас одной жизни. Успехов! Вы выиграли 500 000 рублей. Игра номер 6. На 1,5 миллиона рублей. Погоня. В центре куба расположен цилиндрический стол с 9 кнопками. За 11 секунд вам необходимо последовательно нажать на 25 подсвеченных друг за другом кнопок. Случайное нажатие на неподсвеченную кнопку лишит вас жизни. Удачи!
технику прощения. Время игры увеличивается на 1 секунду. Четыре, три, два, один. Осталось 7 жизней. Пять, четыре, три, два. Один. Вы выиграли 1,5 миллиона рублей. Финальная игра номер 7 на 3 миллиона рублей. Падение. В противоположном углу куба закреплен мячик, а под ним вращается платформа со стеклянным стаканом. Вам по-прежнему нужно нажать на кнопку так, чтобы мячик попал в этот стакан. На этот раз платформа будет вращаться очень быстро. Готовы ли вы рискнуть в финальной игре? Вы победили кубок и выиграли у него 3 миллиона рублей.